Всем привет, ребята! Я нахожусь сейчас у Потемкинского парка. Здесь отдых в Херсоне устроил свой фест. Давайте пойдемте и посмотрим, как оно вообще здесь все. Это все мне чем-то напоминает, ты шо, фест. Вообще все эти мероприятия здесь уже проходят 2 дня, субботу и воскресенье, сегодня последний день. Спасибо. Тем временем я уже который раз хочу кому-нибудь подарить селфи-палку, или как правильно называется, монопод. Куда ты прибежала? Уже у меня еще и нет, я возьму. Смотрите, неважно, сколько у нас будет участников, все, кто желает, подходите скорее сюда. От магазина кибернетики, от сети технологий современных продают они телефоны. Знаете, что кибернетики продают? Что продают? Телефоны, палки. Телефоны и палки. Вот такой незатейливый магазин. Палки, телефоны, кибернетики. А любая там техника, компьютерные планшеты, компьютеры, ноутбуки, все что угодно. А, вы так решили от количества взять. Хорошо, все хотят селфи-палку. Для этого вот давайте мы в одну линию красиво встанем, вот так вот подвесно, чтобы люди все нас видели. Кто-то даже фотографирует. Кто-то видеоблог, может, ведет. Вот, мало ли. Тоже хочешь? О, ты на Сигвей приехал, становись. Сигвей-центр на сегодня присутствует, друзья. Мы будем по нём на них кататься. Можно мы покатаемся потом? Классно, хорошо. Вот это все наши участники? Все хотят селфи-палку? Ребят, ну в таком случае вам будет сложно, потому что... Не, она одна. Сейчас я одну разыгрываю. А, смотрите, нужно нам по очереди назвать бренды телефонов. Именно телефонов, не любой техники. А вот... Не-не-не-не-не. Вот мы прячем телефон и выходим из... Спрячь его куда-то. Давай я у себя пока его подержу. Так, нечестно. А, хорошо, кладем сумку. Смотрите, нужно просто, называть бренды мобильных телефонов. Это вот фирма, то есть, понимаем, да? Сейчас мы по очереди, начиная с этой малышки, называем телефоны. Кто первый сбивается, кто говорит, вот все, выбывает. И вот пока последний участник у нас не останется, который будет без остановки нам называть бренды, тот как бы получает селфи-палку или монопод. Вот я только сегодня узнал, что это монопост называется. Малышка, готова? Какой телефон знаешь? Samsung. Дальше. Nokia. Дальше. Huawei. Так, ну вот. Ничего себе! Вы плохо древние, это мой первый телефон, да? iPhone. Это не бренд, как называется. iPhone. Хорошо.
видишь? Он уже вернули сюда, вот так, 10 минут забыл. Вот так. Еще дальше, вот мы улетаем просто. Ты что не помнишь? Хорошо, а я Слава, давай опять. Я вообще, ребята, вам скажу, я сторонник того, чтобы вот такого рода фестивали проходили в Херсоне хотя бы каждые выходные или через выходные, ну, хотя бы раз в месяц. Это действительно круто, лето, оно очень короткое, и хотелось бы побольше вот, чтобы херсонцы собирались вот в таких местах, как Фрегат, или такие места, как у Потемкинского парка, и отдыхали, общались друг с другом. Это действительно круто. Нужно стараться, стремиться к тому, чтобы вот таких моментов в Херсоне было как можно больше. Все, спасибо всем за просмотр. С вами был Артур. Подписываемся на канал, ставим лайки, делаем репосты, следим за мной в Инстаграме и в соцсетях. С вами был Артур. Пока-пока. Хорошо, да? Вот, хорошо. Второй круг. Малышка, ты еще в игре. Они уже с тобой просто за компанию подбираются, а ты еще в игре. Давай. Не было еще уже, да? Молодец, умничка. Поехали. Смотри, смотри. Сестра говорит, ну, все. Она украдет у нее палку. Ты придумала ей новое что-то? Да, круто. Можно выпить какой-то коктейль, можно мохито выпить, можно выпить кофе. Можем что-то заказать себе, шашлычок, послушать музыку, пообщаться с друзьями, пообщаться с знакомыми. Реально, мне очень нравится такая идея таких фестов в Херсоне.